Обзор фронта 26 марта. На каких направлениях идут ожесточенные бои и где армия РФ приостановила штурмовые действия, смотрите прямо сейчас. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 59 авиационных ударов. Осуществили 106 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям вооруженных сил Украины и мирным городам и селам. Под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Они активно используют в этом авиацию и артиллерию, в том числе в бомбежках и артиллерийских обстрелах мирных украинских населенных пунктов, находящихся в том числе в серьезном отдалении от линии фронта, даже на десятки километров. Они продолжают ракетный террор по Украине. Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали мирные города Украины шахедами. Силы ПВО ВСУ уничтожили все ударные БПЛА. За сутки на линии фронта произошло 57 боевых столкновений. Россияне активно пытались штурмовать позиции ВСУ на Лиманском и Новопавловском направлениях. На Лиманском силы обороны отбили 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны, Ямполовка, Раздоловка и севернее Веселого Донецкой области. Ситуация на фронте всюду важка, по всей линии. В районі Куп'янська, в районі Лиману, де ворог продовжує атакувати, буває іноді цілими колонами. Вони хочуть дотиснути, зокрема, населений пункт Терна, підтягнули туди дуже багато резервів. Район Бахмуту, північ міста, північні околиці, зокрема, район Часового Яру, це бої в районі Іванівського і в районі Богданівки, де ворог намагається просунутися в бік Часового Яру і в цілому окупувати його. На Новопавловському напрямку українські воєнні продовжують стримувати ворога в районі населеного пункту Новоміхайловка. Здесь враг 22 рази пытался прорвати оборону войск ВСУ. Место стабильной систематической помощи. В некоторых странах наших партнеров происходят внутренние политические дискуссии, существенно снижающие темпы этой помощи или вообще ее приостанавливающие. В то же время мы видим, как ответственные наши партнеры из государств Европейского Союза, государств Европы, стараются брать на себя дополнительное бремя, работая из-за себя, из-за того парня. На Ореховском направлении Запорожской области за минувшие сутки было 4 атаки. Силы обороны ВСУ их отбили. Столько же на Авдіївському и Бахмутском. Район Авдіївки залишається гарячим по всьому відтинку від Бердичів до Первомайського, де росіяни тиснуть постійно з великою кількістю своїх сил. Південь, зокрема в районі Старомайорського, де немає публічності, але там також дуже гаряче, де ворог намагається просунутися. Район Роботиного, постійні штурми, постійні спроби просунутися, закріпитися в селі. Зокрема, потім зрізати весь роботинський виступ, але наші військові там тримаються і не пускають ворога. На Херсонском направлении россияне не отказываются от намерения выбить подразделение ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. Однако за прошедшие сутки штурмовых действий не вели. Оккупанты по-прежнему пользуются своим преимуществом в небе. Активно применяют авиацию и ФАБы. После Авдіївки они увидели их эффективность, говорят эксперты. И пока у вооруженных сил Украины нет F-16, российские командиры используют это окно возможностей. Конечно же, F-16 они изменят эту ситуацию на линии фронта. Россияне не смогут так, как сейчас, использовать это свое преимущество. Они не смогут безнаказанно атаковать с этими управляемыми авиабомбами, поскольку самолеты для сброса этих авиабомб должны приблизиться к линии фронта на расстояние 40-50 километров. И на это расстояние им точно, беспроблемно не дадут приблизиться самолеты, которые должны вот-вот появиться в руках украинских сил обороны.
Украинская сторона заявляла о необходимости получить 4-5 военно-воздушных бригад. Это 160-200 самолетов F-16. Такого количества будет достаточно для подавления российских оккупантов в небе. На первых порах, вероятнее всего, западные партнеры передадут около 30 F-16. И с этого момента может начаться перелом. Що зараз більшості ворог атакує, то весь вся лінія фронту перебуває під тиском, де наші бійці своїми зусиллями стримують ворога, не пускають його, і зараз в цілому це можна назвати успіхом, коли ворог не має просування. За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Поразили одно средство ПВО оккупантов, одну станцию РЭБ, станцию управления БПЛА, артсредства и один район сосредоточения личного состава оккупантов. Для кто из моих захочет делать, да? Да. На войну прийти. Пускай посмотрит, что здесь происходит. Это наши. Он не жив. Кусок человека. Ботинок человека. И все это наши почти. И они стараются еще в очередной раз отмобилизировать на России. Это живая сила. То есть это пушечное мясо и... понимая, что в какие-то периоды украинско-российской войны именно большущее количество этого пушечного мяса из трупов для россиян делало такие вот мостики к завоеванию руин очередного украинского села или городка. Поэтому Путин и дальше готов мобилизовать и положить еще несколько сотен тысяч своих граждан, чтобы показывать по телевизору российские флаги на руинах и трупах. Нам важно знать ваше мнение. Пишите комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить главное.